Лучшие в своем деле. В минувшие выходные в Якутске прошла 8-я выставка кузнецов в памяти Серафима Попова. Мероприятие проводится ежегодно с целью возрождения традиций и культурных ценностей предков. В этом году в нем приняли участие 30 ведущих мастеров из 10 улусов республики. Жюри выявило победителей по 5 номинациям, таким как универсальный нож, лучший кухонный нож, лучший нож из дамасской стали, лучшая художественная композиция. Также за звание лучшего состязались мастера хамуса. На выставке горожане смогли приобрести якутские ножи и хамусы ведущих кузнецов Якутии. На базе нашей выставки «Дарханус» 2 года назад был создан Союз кузнецов Республики Саха-Якутия, а также стали проводиться соревнования кузнецов в Цехах-Олонхо. Ну, как бы раньше считалось, что вот кузнецы люди индивидуалисты, и они работают только на себя. Но вот наша выставка доказала, что вот кузнецы Якутии это монолитная сила, и они готовы вот работать во благо Якутии.